К спортивным новостям. В Муроме прошел открытый турнир по плаванию «Мастер Браса». В этом году соревнования проходили в 7-й раз, но уже в память пловца мирового уровня, выдающегося тренера Николая Панкина. Подробности в сюжете. Турнир торжественно открыли гимном Российской Федерации. Память Николая Ивановича почтили минутой молчания и возложением цветов. Муром встречал почти 150 спортсменов из Владимира, Кольчугина, Коврова, Выксы, Вязников, Радужного. Это действительно был выдающийся спортсмен 20 века, который прославил нашу огромнейшую страну своими спортивными достижениями, выступая на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских игр. И где бы он ни выступал, у него были всегда достойные выступления, он без медали никогда не приезжал. Николай Панкин принимал участие в 3 Олимпийских играх, установил 4 мировых рекорда и 16 рекордов СССР. Посмотрите, в каком темпе плывет Косинский. Маккензи, Косинский, Панкин набирает. Целое десятилетие он был одним из лучших пловцов мирового уровня в стиле брас, впервые поднявшись на взрослый пьедестал в 15 лет. Я был его другом, мы участвовали на 2 Олимпийских играх в 1968 году в Мехико и в 1972 году в Мюнхене. Благодаря тому, что у нас был дружный коллектив, мы друг друга поддерживали, в этом и заключается, как у индивидуального вида спорта, дружеские отношения позволяли добиваться таких результатов. И мы достойно представляли тогда Советский Союз на международной арене. После завершения спортивной карьеры Николай Иванович свой опыт и умение стал передавать ученикам. Результат тренерской работы очень высок. 10 мастеров спорта, один из которых заслуженный мастер спорта 2 международного класса. Мой учитель и мой любимый тренер Николай Иванович Панкин оставил в моем сердце любовь, оставил мне как человеку и спортсмену те навыки, которые я сумел приобрести. Я добился довольно серьезных достижений в спорте, был призером Олимпийских игр, так же, как и он, немножко не дошел до своего золота. Переехав в наш город, он активно включился в подготовку муромских пловцов, а с 2013 года был председателем детского турнира по плаванию «Мастер Браса». Сегодня пример Николая Панкина служит эталоном высшего мастерства для нового поколения чемпионов. Мама, папа привели в 7 лет меня в плавание, и я его полюбил. И приспособился плавать брасом. И вот мне он понравился. И каждый год сейчас мы уже ездим сюда, в Муром, на на мастер браса. Хорошо, что традиция продолжает держаться на этом месте и продолжают проводиться такие соревнования, так уже в честь памяти Панкина. Я сама брасистка, вот недавно выполнила норматив кандидата мастера спорта. И вот с самого начала, как я пришла в спортивную школу, у меня мама была брасисткой, и пошла это поколение, что я плаваю тоже брасом. Поэтому Николай Панкин для нашей семьи является спортивным примером. 50, 100 и 200 метров. Соревнования важны еще и тем, что именно брас позволяет уже на раннем этапе выявить среди юных пловцов наиболее способных. Лучшими среди муромских спортсменов стали Виктория Моисеенко и Анастасия Рылова. Елена Петрова, Александр Симонов. Новости Муром.